За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 96 происшествий. Из них 19 преступлений, 14 из которых раскрыто. Привлечен к ответственности 91 гражданин за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Изъята одна единица оружия. За неделю произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. Пострадал один человек, причинен материальный ущерб. Так, 16 августа около 13 часов 40 минут возле жилого дома 21 по улице 60 лет октября в городе Наринмаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель мотоцикла, двигаясь в сторону поселка Искателей, столкнулся с автомобилем, двигающимся в направлении города. Мотоциклист госпитализирован в Ненецкую окружную больницу Ненецкого округа. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В целях поддержания правопорядка на территории округа с начала летнего сезона проводится оперативно-профилактическое мероприятие ⁇ Навигация 2016 ⁇ Еженедельно по прибытию грузового судна в Наринмар сотрудники полиции осуществляют комплекс проверочных мероприятий, транспортных средств и пассажиров. Мероприятия продлятся до окончания навигации. В период с 18 по 19 августа текущего года на территории округа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор». Проверено 42 лица, 27 из которых состоят под административным надзором. Выявлено три нарушения. В отношении лиц составлены административные протоколы за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре. С 19 по 20 августа текущего года сотрудниками отдела госавтоинспекции округа на территории города Наринмара и поселка Искателей проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» с целью обеспечения неотвратимости наказания за совершенные административные правонарушения, а также повышения эффективности деятельности сотрудников полиции по взысканию административных штрафов, наложенных должностными лицами органов внутренних дел. В ходе профилактического рейда сотрудники полиции проверили тридцать восемь транспортных средств, выявили 6 административных правонарушений. Полицейские Наринмара расследуют кражу редуктора лодочного мотора. Так, 12 августа в дежурную часть полиции поступило заявление от местного жителя 1984 года рождения, в котором он указал, что неизвестное лицо совершило хищение редуктора и винта с лодочного мотора, установленного на его маломерном судне. Сумма ущерба составила 48 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража Уголовного кодекса Российской Федерации». 14 августа текущего года к участковому полномоченному полиции села Оксина с заявлением обратился местный житель, в котором он указал, что когда он находился на рыбалке, неустановленное лицо путем свободного доступа проникло в его дом и совершило хищение 15 тысяч рублей, а также пяти бутылок алкогольной продукции. На момент совершения кражи дом местного жителя не был закрыт. Общая сумма ущерба составила 22 825 рублей. По данному факту возбуждено также уголовное дело по статье кража. Правоохранители раскрыли кражу имущества из автомобиля. 1 августа из салона автомобиля, припаркованного у жилого дома по улице Оленной в городе Наринмаре, неустановленное лицо совершило хищение барсетки с личными документами и цифрового плеера стоимостью 6 тысяч рублей, принадлежащие гражданину от 1992 года рождения. В ходе проведенных оперативно розыскных мероприятий полицейские установили, что кражу имущества совершил несовершеннолетний 2009 года рождения. По данному факту, в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье кража Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудники полиции призывают граждан быть более бдительными и бережно относиться к личному имуществу. В обязательном порядке использовать сигнализацию, закрывать окна в салон автомобиля, не оставлять ключи в замке сжигания и ценное имущество в салоне автомобиля даже если вы отлучились на непродолжительное время на редмаре обнаружена купюра с признаками подделки 15 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение о том что в отделении одного из банков города на при пересчете денежных средств поступивших из одной организации обнаружена купюра достоинством 1000 рублей с признаками подделки в настоящее время банкнота направлена на исследование по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка на сегодняшний день, несмотря на существующие высокие меры безопасности, фальшивомонетчики научились подделывать купюру в хорошем качестве. Уважаемые граждане, не нужно пытаться сбыть фальшивую купюру, за это предусмотрена уголовная ответственность. Также, если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, необходимо обратиться в дежурную часть полиции по телефону восемь восемьсот, восемнадцать, пятьдесят три, четыре, двадцать, один, двадцать, шесть, ноль два, также на телефон доверия с абонентским номером четыре, двадцать один, пятьдесят два. 17 августа 2016 года сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу». В ходе предварительного следствия установлено, что 7 августа текущего года на стационарном посту сотрудниками ДПС отдела ГИБДД был остановлен автомобиль под управлением гражданина 1988 года рождения. При проверке документов у последнего отсутствовал страховой полис обязательной гражданской ответственности ОСАГО. Инспектор ДПС разъяснил гражданину о совершении им административного правонарушения, за которое предусмотрено наложение административного штрафа в размере 800 рублей. Действуя из корыстных побуждений с целью избежания административной ответственности за нарушение, местный житель предложил инспектору дорожно-патрульной службы взятку в виде денежных средств в сумме 450 рублей. Страж порядка предупредил нарушителя об уголовной ответственности за дачу взятки. Не реагируя на предупреждение полицейского, местный житель положил на стол денежные средства в размере 450 рублей. По факту дачи взятки инспекторам ДПС было сообщено сотрудникам отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. Гражданин был задержан на месте преступления, а денежные средства изъяты с оформлением соответствующих документов. Уважаемые граждане, если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте в дежурную часть УМВД. По телефону 02 или четыре, двадцать один, Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте внимательны, берегите себя.